кинотеатре России прошло открытие 42-го Московского международного кинофестиваля. Пятый год подряд поддержку мероприятия оказывает ювелирно-часовая компания «Чапарт». Они создали все награды для победителей, статуэтки Золотого Святого Георгия и Серебряного Святого Георгия, а также специальный приз «Школык». Станиславского верю, Константин Станиславский. В конкурсную программу вошли 13 фильмов, в основном из России и ближнего зарубежья. Мероприятие состоялось в уже привычном во время пандемии формате. Все гости соблюдали социальную дистанцию и обязаны были носить защитные маски, а фан-зоны и зрителей вокруг красной дорожки не было совсем. Председателем жюри основной программы стал режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, а жюри конкурса короткометражного кино возглавила Марина Жигалова. В день открытия состоялся показ фильма режиссера Михаила Лакшина «Серебряные коньки». Главные роли в нем сыграли Соня Прис, которая появилась на вечере в платье Валентиноу, Федор Федотов в костюме Бриони и часах Чапарт и другие. Мероприятие собрало всю светскую Москву. На вечере появились Нонна Гришаева, Варвара Шмыкова, Андрей Бурковский, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Татьяна Михалкова, Валерий Тодоровский, Юлия Снегирь, Елизавета Боярская, Екатерина Гусева, Виктория Богатырева, Елена Борщева, Мария Кожевникова, Илья Бачурин, Анна Александрова, Виктор Васильев и Анна Снаткина, Анна Пескова, Дарья Поверенного, Андрей Шаронов и другие.